На днях отмечался Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Сегодня онкологическая помощь развивается во всех регионах. В стране работают 89 онкологических диспансеров, 4 специализированных больницы, 8 федеральных онкоцентров. Передовая оснащенность клиник, возможность оказания высококачественной междисциплинарной помощи, использование современных лекарственных препаратов привели к тому, что рак лучше лечится и переходит из разряда неизлечимых в число хронических недугов, которые можно долгое время держать под контролем. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. С 2019 года в Тверской области реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Основная цель – снижение смертности от злокачественных новообразований кожи, которые входят в пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний в Тверской области. В отделении клиника женского здоровья Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева наряду с диагностикой рака репродуктивных органов и реабилитацией женщин после хирургического лечения злокачественных новообразований молочных желез проводится диагностика и лечение рака кожи и меланомы. Сегодня мы имеем все возможности для раннего выявления и рака кожи, и меланомы кожи. Это, во-первых, современное цифровое оптическое оборудование. Кроме этого, там есть искусственный интеллект, то есть поддержка врачебных решений. И также система картирования кожи, которая также позволяет в динамике наблюдать за нашими пациентами. Потому что кроме диагностики и хирургического этапа лечения, мы также выполняем и диспансерное наблюдение за нашими пациентами. То есть выявили, если злокачественное образование, этот пациент подлежит длительному наблюдению. В случае меланомы это будет пожизненное наблюдение, в случае рака кожи, в зависимости от природы, или 5 лет, или также пожизненно. Специалисты утверждают, что одна из причин рака кожи – агрессивное воздействие ультрафиолетовых лучей, причем как естественных, так и искусственных. На начальных этапах заболевание выглядит вполне безобидно, как покрасневшие участки эпидермиса. Но если в течение определенного времени кожа не восстанавливается, стоит обратиться к специалисту. Своевременное выявление заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение, и это относится к любым злокачественным новообразованиям. Также нередки случаи, когда заболевание возвращается, но уже в другой форме. Статистика такова, что каждый 12-й пациент обращается к нам повторно с новым раком. Поэтому крайне важно своевременно это выявлять, вовремя. Крайне важно пациентам приезжать на диспансерное наблюдение. Кроме того, огромной важности задача – это реабилитация пациентов, как физическая, так и психологическая. Поэтому приглашаем всех пациентов на диспансерное наблюдение, в ходе которого мы можем дать рекомендации по реабилитации при том или ином заболевании, госпитализировать или амбулаторно пролечить, оказать всю необходимую помощь. Одна из ключевых задач – профилактика развития онкозаболеваний, ранняя диагностика злокачественных новообразований, лечение рака и повышение качества медицинской помощи. В Тверской области проживают более 40 тысяч пациентов, которые когда-то перенесли раковые заболевания. Более 55% этих пациентов живут дольше 5 лет. Специалисты призывают быть на страже своего здоровья, проходить диспансеризацию и вовремя обращаться за помощью, ведь от этого зависит ваша жизнь.